8 месяцев без 10 дней были полной оккупации нашего села. И спасибо вам, со вчерашнего дня мы почувствовали запах свободы. Спасибо героям, которые освободили нас. Спасибо вам, что вы ничего не жизни оставляете, освобождаете нашу Украину. Здрасте. А ты их козли выгнал? Ну да, что не видно. И ты обнимайся, он же так и ждал. Главное, что там можно бой не дошло. Давай, держись там. Дякую, дякую.